Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Быть учителем искусства. А ежегодный конкурс «Учитель года» тем более. Он давно стал экзаменом за высокие достижения в профессиональной и человеческой деятельности. Для победителей конкурса «Учитель года 2018-2019». Сегодня 9 финалистов из числа замечательных творческих педагогов, участвующих в муниципальном этапе, стали лучшими и награждаются почетными грамотами при мэрии и денежными премиями. Мы гордимся вашими достижениями и желаем дальнейших творческих успехов и благополучия. Studiul Sebite obținut în cadrul concursului municipal Pedagogul Anului, anul școlar 2018-2019, se oferă diploma doamnei Nedelia Marina, educatorul anului locul 3, Instituție Educației Timpurie, numărul 43. Vladko Nadejda, educatorul anului locul 2, Instituție Educației Timpurie, numărul 3. Терпецкая Алина, educatorul anului locul 1, Instituția Educației Timpurie, numărul 27. Doamna Tuduțe Larisa, învățătorul anului locul 3, Liceul Teoretic George Coșbuc. Gâscă Nele, învățătorul anului locul 2, Instituția Publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Doamna Ofsea Nicola Elena, învățătorul anului locul 1, Liceul Teoretic Dimitrie Camperil. Doamna Bot Liliana, profesorul anului locul 3, Instituția Publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Cuzmina Natalia, profesorul anului locul 2, Liceul Teoretic Maxim Gorki. Doamna Ciopu Dina, profesorul anului locul 1, Liceul Teoretic Bogdan Petriceicu Hașdeu. Felicitări, stimatele noastre doamne! Aplauze! В переменчивом мире, где время течет как вода, где грядущее с прошлым одно разделяет мгновение, неизменно лишь то, что не властны разрушить года, это мудрость и знание, терпение и вдохновение. Год проходит за годом, и зиму сменяет весна. Луч надежды пробьется сквозь серую мглу непогоды, а учительский труд остается во все времена, вечно новым и радостным, как обновление природы.